Сорт томата «Счастливая полоса Кейтлин». Этот сорт среднего срока созревания, 110-120 дней проходит. Высокорослый, 1,70-1,80 м, очень высокоурожайный сорт. Это растение с крупными картофельными листьями. Автор сорта Крейг Лехольер. Очень красивые плоды, алого цвета, вот с такими вот золотистыми полосками по всей поверхности плода. Сочная мякоть насыщенного вкуса. Плоды среднего размера от 100 до 150 грамм. Они бывают овальной или сердцевидной формы. Плодоношение у этого сорта продолжается до самых заморозков. Вот такой томат в разрезе, многокамерный. Мякоть алого цвета, очень сочный и в то же время мясистый томат. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры томатов и сверхострого перца.